Для меня это событие, конференция, вот это, я в провидение вижу уже здесь, потому что я в Самару попал не по человеческому изволению, а по Божьему благоволению, как помните, это сказал Азим Есим, да? Ну, меня послали сюда, и меня встретил Максим Юрьевич, и я увидел дар, который проявился. И у меня активировалось что-то, ну, я провел обряд, ну, по заданию нашей партии, да, церковной епархии. Да. Ну, мне Алексей Павлович послал сюда повенчать человека, вот, Божьего. И как-то закрутилось, и я сколько, я всего лишь две, наверное, конференции пропустил. Ну, и каждый год я жду эту конференцию, которая у нас проходит здесь, в Самаре, я говорю, уже у нас. Ну, одну, да? Ну, я теперь осознаю, что я как бы тоже, меня Бог помещает вот в это. Много конференций, больших церквях, но вот эта конференция для Самарская для меня особенно, я так начал размышлять, и вот именно я от нее всегда жду, я всегда здесь получаю. У нас большая церковь, много богословов, много всего там, где я бываю по причине моей работы, да, я как бы на полном служении, но здесь это особенно, да, здесь я получаю вот ту прививку, которую, следующий дар, который проявился, тут братья выходили, я там получал, вот в прошлый раз брат Игорь, он прям тоже раскрылся такой дар, что я получил такую прививку, такую навигацию, которую сейчас вот что происходит в мире, я уже это уже мог отследить, что здесь происходит, и для меня ничего нового нету, что сейчас в мире происходит. Ну, и вот в таком ключе. Вам привет. Ну, это для меня духовное событие, я уже получил. Хочу вот быстро, как говорить, отстреляться и дальше служить, что Дух говорит церквям. Вам привет от Волгограда, из Волгограда. Ну, кто понимает, да? Он сейчас совершает, слава Богу, подвиги веры. Там есть одно дело, очень благочестиво, очень серьезное. Там они лечат, как бы добились больших выплат от государства через суд на одного мальчика, который получил доступ к очень дорогим лекарствам. И они с женой своей очень сильно в этом участвуют. Ну, в принципе, они это сделали. И его пастор уехал, и он сейчас как бы блюститель престола, и он его замещает, поэтому он передает вам привет. Мы с ним видимся раз в год в поезде. В этот раз немножко традиции меняются. В общем, и последнее, ну, я слежу иногда за вас, за вами, за церковью обновления, и последнее то, что я получил, как бы ей, Господи, вот вашу церковь можно вы помните эту проповедь, Максим проповедовал, Юрьевич, ей, да? Да будет тебе, да будет мне по слову твоему. Но наша задача именно сказать ей, Господи, это самое краткое исповедание нашей веры, что мы, Мария, да, сказала, что да, Господи, я согласна, чтобы со мной происходило то, что ни с кем никогда в жизни на планете Земля не происходило. Ну, вы помните эту фразу? Я помню, потому что я в этом... В общем, я слежу за вами, и это я тоже благословляюсь. Вот. И сейчас такие события происходят, а мы здесь, да? Я понимаю, что ты теперь чуть-чуть осознал, что такое, ну, ковчег, да? Когда я на втором этаже, а на первом вода, там прорвала трубу, там любят стрельбу, а в небе солнце поет, да? Ну, светет, и в небе птичка поет, песня христианская, да? Геша Луцевеста, да? И сейчас, если бы мы не были здесь, мы сейчас бы были в интернете, мы смотрели в новости. Ну, там очень страшные события происходят, да. И Бог, я думаю, нас собрал здесь, чтобы успокоить, вооружить. И чтобы мы после конференции вошли вот с этим откровением, с помазанием, вот с этой свежестью, с этой силой. И мы пойдем ободрять наших родных и близких, Церковь Божию и всех людей, которые будут нам встречаться. Потому что там действительно разворачиваются очень страшные события. Ну, в принципе, в Писании это все есть, да? Начну я проповедовать уже. Матфея 9 глава, 36 стих. Матфея 9 глава, 36 стих. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они
были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пасты. Вот такая картина этого мира, да, и Бог смотрит на этот мир, и Он видит трагедию рода человеческого. Люди живут, да, люди дезориентированы, как Библия начинается с того, что все согрешили, лишены славы Божьей. Люди потеряли присутствие Божие, люди потеряли вот этот покров, вот это присутствие Божие, и они наги, именно без вот этого Божьего покрова, безысходность, и мы в такой состоянии были, да. Кто-то в наркотиках, кто-то там, ну, в долгах, без выхода, кто-то пошел на войну, у кого-то, ну, мы видим вот это страдание этого мира. Я хочу сказать, что Бог именно видит это и сострадает этому. Исход 3 глава, 7 и 8 стих, что здесь говорится? Исход 3 глава, 7 и 8 стих. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его и от приставников его, и знаю скорби его. Я иду избавить его от руки египтян и ввести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю обетованную». Вот. Бог не просто смотрит на страдания этого мира. У Бога есть вот это провидение, да, вот этот Божий план ко спасению народов, каждого человека, и Он идет спасать. Эту проповедь можно назвать «Коллективный Иисус». Я бы вот так назвал. «Коллективный Иисус». И смотришь, Бог хочет спасти человека от ада. Он пришел, Бог стал человеком. Да? Во Христе, как человек и душа, как человека, как тело и душа есть человек, да, а Бог и человек есть Христос. Аминь. Бог и человек есть Христос. И смотрите, а человек и Христос, получается, новое творение. Аминь. То есть Бог не просто нас спас, Он заплатил за наши грехи. Бог стал человеком, прожил 33 года примерно, не сделал ни одного греха. Он заплатил за наш грех, Он спас нас от ада, Он спас нас от проклятия, от болезни, от всего. Спас, но на этом Он не заканчивает. Это не есть план Божий, чтобы просто тебя спасти. И, к сожалению, вот нам уже Божий человек говорил, что проблема такова, что люди хотят спастись. Иисус Спаситель, да? Но это первый шаг. И многие вот живут всю свою христианскую жизнь, чтобы спастись. Вот как бы вот так вот прожить, там вот прорваться, чтобы в последний вагон забежать. Все, я спасся, спаси, сохрани. Вот я спасся от ада. Но не это план Божий. Не это план Божий для человека. Бог что-то приготовил, ну, больше. Во Христе Иисусе, когда мы принимаем спасение, мы начинаем только со... Мы не заканчиваем спасение, да? Мы начинаем со спасения. И мы получаем Духа Святого, посредством Духа Святого Христос в нас, и закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти, и в нашем внутреннем бытие появляются новые процессы, да? Когда мы начинаем познавать Бога во Христе Иисусе. Мы, смотря на Христа, мы можем познавать Бога, и смотря на Христа, пребывая во Христе, мы можем познавать себя. Мы себя можем распаковать. И мы видим одну картину: Иисус жалился над человеком, наркоманы, там трагедии, разводы, там убийства, пьянство, там народ на народ, царство на царство. Это первая картина. После того, как Иисус умер и воскрес, еще один духовный портрет. Это, может, те же самые люди. 1 Коринфянам, 12 глава, 1 Коринфянам. 12 глава. Так, 12 глава. Ну, с 13, наверное, стиха. «Ибо все одним духом крестились в одно тело, иудеи, еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих.
И там выше написано, что каждому дается по мере дара, да, по мере духа, там, одних апостолов, пасторов, евангелистов, пророков, учителями, одни дары вспоможения. То есть это другое состояние тех людей, которые были не имеющие пастора, без навигации, без вообще смысла в жизни. Те же самые люди, через короткое или не короткое время, мы видим, он идет сначала наркоман, а потом... Это место Божие. Видите, как он вот все, он там в любом месте, он там вот. Именно Бог крестил нас в тело. Смысл шествия Духа Святого – это крестить нас в тело. Это есть появилась система. То есть Петр шел туда, Павел шел туда, эти рыбу ловили, эти там страдали, это потом раз включается такой, Zoom мы его назовем, да, Иисус. Вы были в конференции Zoom же, проводили, да, есть один модератор, и там на экране он одного включит, другого, и все, каждый, когда нажали кнопку, главное, что я подсоединен. Вот что план Божий, вот что делает план Божий, чтобы ты не просто спасен, чтобы ты наследовал вот эту землю, чтобы ты был счастлив в Боге. Бог тебе дает дар. Вот о чем мы размышляем сейчас. Мы видим, как человек и Христос, получается, дар для тела Христова. И когда ты двигаешься в этом даре, ты счастлив. Видели только что счастливого человека, да? Может, он раньше пел песни, он был грустный, огорченный душой, дайте ему секеру, да, чтобы он там забыл все свои скорби. А сейчас он исполненный духом, проявляется другой, он поет, а тут раз еще один дар. И каждый свое, да? Катя заходит в самолет, там какого-то человека подрывает, где мой дедушка, я у него прощения не попросил, в истерике, Бог ее подводит, и она ему проповедует Евангелие, потому что она дар проявляется, дар евангелиста. Да? И когда ты помазан, вот если ты двигаешься в помазании, Бог тебя ведет там, и начинаются открываться какие-то события, где твой дар начинает востребован быть. И вот здесь, когда я приезжаю именно вот сюда, мне тоже как-то я по-другому начинаю. Наша задача, в чем я хочу мысль поставить, наша задача понимать помазание, которое учит нас. К сожалению, вот я сейчас к этому приду, мы видим неверующих людей, мы потом видим верующих людей, как система навигации, водимый Духом Святым, кто-то там реп-центр делает, кто-то богословом стал, учитель, пророк. Там гостей приняли, попроповедовали, и кто-то деньги пожертвовал. Все это работает, это есть уже. Иисус сказал, что я пойду и пошлю вам Духа, и вы сделаете больше, чем я. Иисус, он был там немногим людям, но когда пришел Дух Святой, вот это тело ты уготовил, теперь тело по всему лицу земли, Иисус коллективный стал, да, система. И каждый из нас часть тела Христова, и если от нас нужно просто иметь, с головой это, на связи быть. Некоторым Бог говорит, рука поднимается, а она не поднимается, потому что с головой, нету вот этой отношений заветно, о чем нам говорил учитель благой наш, да, что надо именно в заветных отношениях, когда ты есть, вот это у тебя проявляется. И мы видим другую картину, церкви Божией, да, много людей, и они тоже сидят, и Иисус жалился над ним, потому что они, как овцы, рассеяны, не имеющие пастора, годами могут ходить в церковь, есть много, что они знают все, но они такие же несчастные, как и те, которые не знают Бога, люди уже годами, которые в церкви, они не имеют пастора. Они не имеют этой системы навигации. То есть некоторые закрылись для пасторства, да? Некоторые закрылись, не согласились с Богом на это ученичество, о котором нам сейчас говорится, да? Что видение Божие. Они вне церкви, могут они прийти послушать, покритиковать, да? Они все знают, но счастья этого нет. 1 Иоанна 2:27. Написано, что помазание, вас нет нужды, чтобы у вас учил, да? Там и высветилось, да, что нет. Но сие помазание научит вас. Не знаю, как в контексте там говорится, потому что мы сейчас высоких людях сидим, много Гамалила, можно сказать. Московский теологический институт – это серьезная. Мы вас просто будем над вами теперь подшучивать.
Вы человек Божий, не обидите. Ну, чего там одним сзади сидит, богослов? Бог, говорит, богов много, а слов мало. Я мысль потерял, Господи, помилуй. Сейчас, о чем я говорю? А, да, а некоторые говорят, ну, некоторые говорят, что зачем мне пастор, да, я читаю Библию, я могу дома почитать Библию, в тайной комнате помолиться, вот Шедловского книгу ПНЛ, не так поняли люди, прочитали, вышли из церкви, не перестали ходить, типа вот вы на первом этаже, а я вот тут духовный, вне общины, вне собрания, вне общения святого, там поклонялись Богу, и многие то попадали, а ты, кто неправильно это вспомнил семинар, он еще в ущерб пошел, люди как бы в церковь перестали ходить. Не нужен мне пастор. Но для чего помазание, оно учит нас? Для чего нужен пастор, учитель, вот все, вот мы друг другу, чтобы мы могли помочь вам или мне сейчас помогать понимать помазание, которое есть, и повиноваться ему. Просто надо повиноваться помазанию. А вот эти дары и богословские книжки, они помогают, ну, именно в общине. Да, ты можешь без церкви, без общины, без вселенской, без поместной церкви, да, то все равно Бог тебя поместит в поместную церковь. Без поместной церкви ты не состоишься именно в той судьбе, которая для тебя. Да, ты спасешься, да, ты на 50%, на 30, на 20 там будешь счастлив там, в браке, там, в каких-то делах, там, все, но это будет мимо кассы, как говорят. Но если ты понимаешь свое помазание, и оно активируется здесь. И вот дар, вот есть различные дары, вот у брата Егора Владимировича, да, его же дар не только для поместной церкви. Его дар для всей Российской Церкви. Есть такое служение, которое не предназначено именно только для одной церкви. И вот, вот Алексей Павлович наш, да, он едет, и у него там так, ну, все начинает полыхать. Я тут людей тушил, помните, приезжал, духовно, знаете, так, что дымились, короче, да. Мы видели, как дар проявился, да. Я ехал с ним в этом, в купе, он говорит, мы вдвоем туда-назад, никого не было. Он там телефон что-то про рыбалку, думаю, ну, вообще, выходит, как начал, ну, вы помните, да. Вот это да, и нам нравится на конференциях вот именно вот это пророческое слово, которое действительно нас меняет. Ну, оно как бы вектор задает. Но если жить только вот этим пророческим словом, люди ездят по конференциям, ой, да тут вот там мне коснулось. Пророческое слово есть, но дальше идет дар учителя, чтобы тебя как бы, ну, в рамки поставить, как сказали, ну, чтобы не был ты в параллельной реальности. Потому что есть дар учителя, чтобы ты понял свое откровение и правильно применил. Потому что ты в религиозном экстазе там каком-то, ты можешь тоже, ну, наломать дров. Поэтому апостолы, пастыри, евангелисты, пророки, так одному дар служения, вспоможения, дар гостеприимства, дар даятеля. Даятеля, вот буду миллионером, я буду раздавать деньги. А дар даятеля это что? Это когда есть дар, который может у вас проявляться, по-моему, я говорил, да? Когда там тебе, ну там, охота кому-то, две конфетки ты одну отдаешь, что вот тебе носочки, вот тебе там крючочки, всегда делишься, где это дар у тебя такой. Тебе, ты наслаждаешься то, что ты даешь кому-то что-то. Вот. И 1 Коринфянам 14:4, кто молится, как там сказано, кто молится на языках, да, на ином языке, да? Тот назидает себя. Вот вот я читаю Писание, получаю, но в основном моя как бы вот эта зарядка идет, молитва на иных языках. Я очень, ну, стараюсь как можно больше молиться на языках. Это есть, ну, как бы проявление моего духа, моей сути, да. И когда я молюсь на языках громко, это показатель моей веры, что я верю не только в Бога, я верю в себя в Боге. Я верю в себя в Боге. Я размышляю не только о Боге, я размышляю о себе в Боге. А? И вот когда вот я вот сейчас, ну, размышляю, то, что я вот случайно, это же не случайно я же попал, да, раз, два, тут как-то все, тут там Валентин приезжал, там люди такие серьезные, сейчас учитель серьезный, да, который я уже там, ну, получил очень много. Поэтому очень важно находиться в этом зуме, аминь. Вот подключенный, твоя задача быть с головой все правильно, подключенным быть, да. К сожалению, есть
имитация, в итоге, да, мы видим одну картину, и люди, которые несчастливы в Боге, они не подключены просто, да? Им не надо пастор, им не надо церковь, их сердца закрыты, и поэтому есть проблемы. Еще есть такое, что именно вот это помазание, жизнь в духе в церкви, вот эту любовь, о которой нам говорили, ну, что людей впечатляет, вот это проявленное присутствие Божие, которое побуждает нас в любви общаться, да, с Богом, сыном, отцом, сыном и с друг другом в любви. Людей это тянет. Но, к сожалению, когда нету вот этого помазания, когда этого нету любви, или оно было, и люди его перестают понимать, ценить, размышлять о нем, приходит вместо невесты Иисуса Христа, приходит религиозная организация, да? Когда мы все делаем, мы становимся просто, и многие церкви превратились в клуб веселых и находчивых добрых людей, делают какие-то вещи, да, там надо голодных кормить, надо дом молитвы строить, и все в этом погрязли, и уже вот эта вертикаль, о которой нам говорят, духовного роста нет. Мы начинаем распыляться на горизонталь. Вроде как все есть. Духовность проявляется в том, чтобы ты делал то, что тебе Бог сказал, а не то, что тебе диктует мода там или еще что-то. Да? И проблема в том, что некоторые люди призваны быть пасторами, а они хотят быть бизнесменами. Идут в бизнес. Некоторые идут в бизнес, хотя они, или наоборот, там, некоторые пасторы, да, кто там пытается что-то в церкви там делать, учителями говорит, но они на то не призваны. Есть вспомогательные вещи, да, много сейчас в больших церквях звукооператор, это самый главный человек вот в большой церкви сейчас. Они там чуть-чуть сбили, там все, это как бы... У нас есть в церкви, у нас медиаслужение, телеканал там показывают, в Ютубе программы, все, все надо вот конференцию делать. Пока делают молодежь, вот у нас там, поделюсь с вами, молодежь делала конференцию, там перерыв, у нас две площадки, один дом молитвы, другой. Ну, и они там раз в месяц собираются, одна церковь просто в разных частях города, переругались, вроде сделали хорошее дело. Но это так сделали, что тошно потом друг другу стало. Пыль есть в глаза, но это уже нет, уже администрация, как бы вот эти вещи вспомогательные. Иногда мы вспомогательные вещи ставим во главу, а главные вещи – поклонение, общение, молитвы с языками, слово – на второй план. На второй план. Притчи 30:21, да, мы знаем, да, от чего трясется земля, так написано, да? Когда служанка занимает место госпожи своей. Есть вещи, которые вспомогательны для нас, да, какие-то вещи церковные, да, мы можем выезды делать, там, лагеря какие-то для детей, там, все. Но самая главная наша вещь, это вот этот, нам, вот, слава Богу, теперь у меня пазл еще один стал, что такое великое не поручение, а великое повеление Иисуса Христа. Вот если мы вот это забываем, а начинаем это на второй план ставить и делать то, что как бы, ну, свою религиозную совесть можно этими вещами заглушить, да? Ну, я же что-то делаю, да? А можно пыль там в глаза друг другу пустить, сделать имитацию бурной деятельности, пастор тебя похвалит. Но мы иногда можем делать все, но не главное. Тебе Бог сказал вот это делать, ты делаешь все, а это не делаешь. И в глазах Бога ты, ну... исполняешь волю Божию. У Авраама были такие проблемы, у него дом начало потряхивать, когда Агарь, она, помните, когда у Авраама, да, не было, он, сразу так скажу, Авраам, Бог ничего не обещал Аврааму, вообще ничего Аврааму не обещал. И это тоже мы, вот я после конференции с Максимом Юрьевичем вот об этих откровениях размышлял. Бог ничего не, ну, от него тоже вот этот звук Ха, помните, объяснял Авраам, да? То есть Бог ничего не обещал Аврааму с буквой, просто с одной буквой А, Авраам. Потому что Авраам — это человек, который переживает Бога как спаситель. Вот есть люди, вот спастись, как вот я спасу. Есть люди, которые переживают Иисуса как Господина уже, да, крещение, воля там начинает. А есть люди, которые переживают Бога как помазание. Спасение, Господь, и потом идет помазание. Когда ты начинаешь повиноваться, стараться воле Божией, признаешь вот это великое повеление, и как нам написано, как нам говорили, что научающая благодать, она сходит на нас, и, ну, Бог видит, если у тебя есть желание, переходи.
приходит вот это помазание. И вот Богу, Аврааму с одной буквы Бог ничего не обещал. Пока ты не включишься в этот зум, пока ты не начнешь размышлять об этом помазании, а я тебе советую больше молиться на языках, чем ты больше молишься на языках, тем больше движений, круг жизни воспаляется. Да? Иногда язык может воспаляться от гиены, да? И воспаляется круг жизни, все плохо, все пропало, там все. Или когда ты молишься на языках, у тебя дух огонь. Но это мое откровение личное, там, ну, не знаю, как это тоже получилось, что есть вещи, которые можно в общинах проповедовать, но если на уровне там теологии, там, с кем-то там, с мусульманами, там, или размышлять, некоторые тексты мы не имеем, ну, как бы, мы не можем не приводить в пример, а другие лучше. Ну, я верю, что, как Павел сказал, впрочем, не я говорю, но Господь, а я думаю, что я имею Духа Божия. То есть я внутри чувствую, что это откровение мое, я и пытаюсь всем, призываю всех как можно чаще и громче молиться на иных языках. Аминь. Вот. И когда ты молишься, круче ты начинаешь себя понимать, мысли какие-то, все. Вот. И вот это и есть Авраам, когда ты включен, дух крещен в тело, ты получаешься с буквой Авраам, ну, с два, га, да? И получается у тебя есть га, уже плохо. Если Авраам и Сара, это ноль получается. Авраам с одной а, и Сара с одной а, с одной «р», да, плода никакого. Они пытались что-то там делать, но ты говоришь там в соцсетях, что ли, такой, типа анекдот или что, например, ты говоришь, у тебя плохой, у тебя семьи нет, ума нет, денег нет, бизнеса нет. Говорит, не переживай, не то, что не переживай, но ты не один, в смысле цифр, ты ноль. Это такая страшная, такая грозная такая шутка, неприятная. Нет, ты ноль просто, потому что ты не включен. Да, ты спасен, да, ты Библию знаешь, но ты ничем не отличаешься от этих людей, которые не имеющие пастора, не имеющие навигации. Потом люди пытаются вот этими добрыми делами как-то себя заниматься тем, ничем, не тем, что Бог на них призвал. Получается, Авраам и Агарь, получается, Измаил, да? А он как дикий осел, все против него, он против всех. Он создал там какую-то там, решил создать что-то там, группу прославления. Вроде создал, но все переругались от этой группы прославления. Тошно только всем стало, да? Да, вроде как бы на картинке все хорошо, или домашнюю группу приходишь со своими откровениями, там я вас научу, я там Лукьянова послушал, я там того послушал, Ольгу Голику, я сейчас буду мир менять моими молитвами. Все, и куда-то все девается, как бы это. Вот. Поэтому, но когда Авраам с одной, с двумя А, и Сара с двумя А, да, получается Исаак, получается плод, получается счастье, восторг жизни, и это же надо же, или как, это место Божьей славы. Мы размышляли с Максимом, когда я последний, Юрьевичем последний раз приезжал, есть люди, которые были, и они, ну, их не стало здесь, не потому, что они плохие, потому что есть люди, которые призваны для другого места. Да, Бог их временно использовал, да, они послужили своим даром, но есть место, куда они идут, где они, ну, окажутся в своей тарелке, в своем призвании, и там они распакуются, ну, то есть место, да, вот это. Вот. И они пришли и ушли, да, но есть люди, которые созданы, ну, как призваны для этого места. И вот я там везде был, но почему-то вот в Самару я приезжаю, мне здесь настолько нравится, я получаю бодрость. Ну, я там должен много учить, там, крестю я там людей, там, видите, вот похороны, 23 февраля мне звонят, похороны провели. Поехал, ну, быстро там проповедовал, там, в колонии, слава Богу, запускают, и строгий режим, и особый, вот. Но мне надо тоже получать где-то что-то. Есть у нас люди, Алексей Павлович, там всему. Но вот здесь почему-то я как-то вот базовые откровения годовые я вот здесь получаю. Уже у меня есть как бы вот пазл, так что слава Богу. Оставайтесь. Нет, меня и другим городам я должен проповедовать. Я должен возвращаться. Христовцы не всего двора. Да. Вот, и поэтому... И вот с одним из откровений, которое я уехал, когда Игорь проповедовал,
Экклесиаст 10.7. Видел я рабов на конях и князей, ходящих пешком. Помните, ну, пишется, да, Экклесиаст 10.7, да? Просто когда я увидел проявленный дар, человек просто ходит, несчастный человек. Но когда он начал, ну, просто я был впечатлен. Вот сегодня мы впечатлены были от брата, там, в прошлый раз еще одного. Я был впечатлен первый раз, когда в машину сел к Максиму. А прошлый Игорь Иванович там прямо выдавал там вообще, я был в восторге. Ну, дух, прям, знаете, дух ликовал. И есть люди в церкви, да, которые как бы не на виду. Есть люди на виду. И, к сожалению, когда церковь вот это перестает быть в помазании любви, она превращается в религиозную организацию, и там, к сожалению, вот этот дух Вавилона приходит. Соревнование у нас лучше, а я лучше проповедую, блеснуть знаниями, чешуей блеснуть, там, кого-то поумничать, да. И есть люди, которые занимают, это не здесь церковь, это там, в других странах, да. Да, даже не в России, даже не в Украине, а вообще далеко. Есть люди, которые их церковный статус не соответствует их духовному статусу. И это видно. Человек выходит, изображает себя помазанником Божьего человека, но видно, что это раб просто на, ну, на коне. А есть люди, которые, ну это мое понимание, не знаю. А есть люди, которые баба Дуся какая-нибудь сидит в церкви на последнем ряду. И она столько для Бога делает. И сестры, Бог вас видит. Видит, когда вы проповедуете, когда вы не проходите мимо того, сколько вложить гостеприимства, там, кому-то денег дали, за кого-то помолились, кого-то в реабилитацию отправили, посты, молитвы и все такое. Есть люди, которые князья, ходящие пешком. Они не на виду, но они есть. Это люди, которые живут по духу. Невеста Иисуса Христа. Вот. И мы должны понимать, что мы именно, как сказать, коллективный Иисус. Иоанн спросил, ты ли ожидать нам другого? Он ответил, там, в Луки, по-моему, 7.22, говорит, слепые прозревают, да? Ну, то есть чудеса происходят, и блаженны, кто не соблазнится во мне. Иногда мы думаем, в нашей церкви особо ничего не происходит, в моей жизни не происходит. Я никого не воскресил, я никого не исцелил, но твой дар послужил тому человеку, который начал понимать твое, свое помазание, и он пошел и исцелил человека. И по всему лицу земли, и по Самарии, и мы видим это в интернете, и свидетельствуем друг другу, что слепые, ну, слепые прозревают, хромые исцеляются, восстанавливаются. Люди, не имеющие пастора, без системы навигации, наркоманы пасторами становятся. Да? Разбитые семьи становятся счастливы. Да? Просто приходит вот это спасение, приходит помазание, научающее благодать. Матфея, 18 глава, 19-20. Пока мы здесь остановимся, Матфеева. Ну, коллективный Иисус, вот сам добрый самарянин, это тоже, да, можно сказать, прообраз коллективного Иисуса, церковь. Самарянин ушел, он помог, он, во-первых, обратил внимание на человека, он его взял, у него были деньги, что немаловажно, он его в гостинице, он сказал, если что-то потратить, там, я приду, еще заплачу. То есть я сам не могу помочь человеку, мое дело сказать Евангелие и перенаправить в реп-центр. Вот у нас есть даже дядя Коля, он в Хариве был, сейчас может пять вернется, но он все равно под попечение, этот человек уже, ну и мы его как бы служим, и вы же ему служите, да? То есть мы как коллективный Иисус, а это и есть идея Бога, крещение в одно тело, поместная церковь, да, мы можем служить этому миру. Да, и я одним даром своим не могу. Я могу попроповедовать, но денег у меня мало, да, чтобы помочь. И домой я к себе его не позову, у меня нету где его. Но есть люди, которым Бог дал и бизнес, и дал и инфраструктуру, да, где он может как бы, ну, позаботиться о людях. Матфея 18 глава 19-20. Так, сейчас. Матфея. Известное местописание. Я теперь уже не рискну так, после, так как нам объяснили с деепричастиями греческими. Я в рамках синодального перевода. Я тем более не греческие деепричастия, не арамейские. Вот как читал, так и смотрите, смотрите. Матфея, 18 глава, как я сказал, 18,
19:20. Известно, да? Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего не, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. И эти громкие слова, да, часто. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, я... Где двое, трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И мы говорим всегда, вот мы собрались, нас здесь двое, и Христос с нами, да? Христос нас, и отцы церкви, да, приветствуют. Христос посреди нас, да, был, есть, во веки веков. Ну, смотрите, я так, ну, смотрите, вот, если выше читать, где двое, если из вас согласятся, люди, во-первых, чтобы Христос был посреди нас, надо согласиться в чем-то. То есть есть какое-то единство. Ну вот это, наверное, зум. Вот это вот, как Павел сказал, да, как сегодня был сказал, Христос в нас, упование славы. Я согласился, чтобы Христос был во мне, я живу этим великим поручением, и есть попутчики, которые вокруг нас. И когда есть попутчики, это дело усилится, кровь Христа нас очищает. И смотрите, и не то, что я, когда двое были собраны, Иисус сказал, я сделаю это. Он сказал, что Отец видящий, ну, если видит согласие, то есть... Если, ну, можно проще сказать, Отец небо смотрит и видит общество людей. И если посреди них есть Христос, то Отец сделает это. Ну, ради Христа, да? То есть, если есть люди, то помазание там есть. Не сам Иисус сделает, а Отец сделает. Поэтому нам, во-первых, надо согласиться. Согласиться, поверить, во-первых, сказать «Ей, Господи», как вас учил пастор, да, «Ей, Господи, да будет ей по слову». Будем молиться, чтобы понимать свое помазание, да, размышлять о себе в Боге и о брате и сестре, которые рядом с тобой, об них тоже надо. Ну, мы когда вкушаем вечерю, да, размышляя о теле Господне, не только о ранах Христа, мы должны размышлять о Церкви Божией, да, чтобы мы друг другу, мы нужны друг другу, мы теперь друзья, Бог нас здесь не собрал не зря, ну, чтобы мы не пели просто, чтобы когда мы собрались, это не было дежурное, Христос посреди нас. Христос посреди нас, если мы согласились быть в одной теме. Если, как Русь сказала, это народ твой будет моим народом, куда ты, туда я, если ты понимаешь, что это здесь твое место, здесь помазание, которое есть, и ты включаешься здесь, вот тогда мы сделаем больше, да, мы тогда увидим, мы станем вот этим не коллективным Байденом, да, который там, а коллективным Иисусом Христом. Буду сокращать, я хотел про фарисеев сказать, которые там делали учеников еще хуже себя, но Бог с ними, мы не с таким, да? Вот, Бог нас крестил в тело, да, и мы должны быть в теле. Пока ты не в теле, ты будешь без системы навигации. Когда ты в теле, когда ты размышляешь о себе, и вот смотрите, Исход 3 глава, мы читали, что Иисус сказал, я вижу страдания народа моего, да, и я иду, Он сказал, да, спасти людей. А 10 стих, Исход 3.10, говорится, что там говорится, да, и я иду, это что значит? Ты иди, да, там написано так 3.10, немножко неудобно, Исход 3.10, нет, не так написано? Как? А, да, пойди. То есть, вроде, ну, Моисей, вроде как бы ты идешь, а я тут, Бог говорит, я иду, но ты, это значит ты иди. Если ты со мной в заветных отношениях, если ты тело Христово, если ты принял Христа, то вот это великое поручение, которое нам так растолковали сегодня, я благодарю Бога за это. То есть, каждый из нас, ну, куда ты идешь, туда идет Бог. К этим сострадающим людям, которые не имеют системы навигации, не просто поделиться информацией, как вы сейчас говорили, не просто их крестить, а научить до конца вложиться, что значит быть в теле Христовом, что такое Христос, помазанник, чтобы помочь им понять себя в Боге. Аминь. Ну, наверное, на этом я закончу.